Князь Засекин, основатель Самары. Илья Репин, автор известной картины «Бурлаки на Волге». Алексей Толстой написал в Самаре книгу «Золотой ключик». Дмитрий Козлов и Сергей Королев – конструкторы космических ракет. Имя одного из этих знаковых людей для Самарской области получит аэропорт Курумыч. Повлиять на выбор может каждый житель региона, проголосовав в интернете. Свои мнения и пожелания высказали за круглым столом и представители Общественной палаты губернии. Этот проект запустили. Я уверен, что мы на территории Самарской области его реализуем 100%. Это даст нам еще дополнительный шаг в современном продвижении Самарской области. Региональный этап голосования уже стартовал. Итоги подведут в четверг на следующей неделе, 18 октября. Данные передадут в Общественную палату России. На втором этапе каждый аэропорт представит своих финалистов. И уже все россияне смогут проголосовать за понравившееся имя воздушных ворот. Идея присвоить имена, она родилась, вообще говоря, в народе, поскольку на северах уже это сделали в некоторых аэропортах. Сделали и, значит, в Саратове. Они Гагарина попросили имя. Вообще мировой опыт есть. Мы знаем, что есть аэропорт Джон Фицджеральд Кеннеди, есть Шарль де Голль и многие другие города. Поэтому мировой опыт тоже об этом говорит, что это целесообразно. В преобразование аэропорта Курумыч, когда он приобретет имя известного самарца, будут вложены внебюджетные средства. Это не только новая вывеска, но и памятник, а также информационная доска о жизни и деятельности того, чье имя будет носить аэропорт. Это еще одна составляющая положительного имиджа и туристической привлекательности губернии, уверенной в Общественной палате Самарской области. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.